Питерфуд 2019. Здесь сегодня мы общаемся с разными поставщиками, производителями товаров. Олег, доброе утро, как настроение? Доброе утро, отличное. Ну, рассказывайте, какую компанию представляете, чем занимаетесь, что интересного делаете здесь? Мы представляем компанию ИП Котлерова Виктория Тимуровна. Производим картофельные чипсы под брендом «Закусяка». Почему такое необычное название? Мы долго думали над названием, рассматривали разные фирменные стили и так далее. И «Закусяка» оказалось, ну, на данный момент пока свободным названием. И нам оно понравилось. Оно веселое, легкое, и людям тоже нравится. Поэтому и остановились на нем. То есть как бы закуска – это и есть то самое уникальное торговое предложение, с которым вы выходите на рынок? Ну, снековая продукция, да, закуска, картофельные чипсы, их можно потреблять на ходу там, или с чем-то в прикуску, поэтому решили остановиться на этом названии. Как вы занимаетесь изготовлением картофельных чипсов? Соблюдаете ли вы технологические особенности? Сохраняются ли при этом вкусовые качества продукта, витамины? Мы стараемся делать чипсы по всем технологиям. Стараемся делать их натуральными, только из свежей картошки. И стараемся делать чипсы абсолютно экологичные, без химических различных добавок. Потому что, к сожалению, в обществе существует такая тенденция, ну или мнение, что чипсы – это не совсем здоровое питание, но на самом деле это обычный картофель, который можно приправить натуральными приправами, он будет такой же вкусный и полезный для здоровья. Какие задачи ставите перед собой здесь, на Питерфуде? На Питерфуде мы хотим найти клиентов, партнеров. Также мы создаем союз снековых производителей, для того, чтобы объединились производители из разных городов. И хотим улучшать качество нашей продукции, снижать стоимость, чтобы продукт был доступен для потребителя во всех магазинах и сетях всех городов, чтобы люди его кушали, наслаждались, получали удовольствие и так далее. Желаю узнаваемости вашего бренда, чтобы закусками полезными и вкусными действительно можно было гордиться. Спасибо большое, мы стараемся.